Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Неиспользованные баллы события, понятно? Так, ну что? Е-бой, я в КС на первом месте. Молодец, красавчик. Ну, а я со всеми поздороваюсь. Давай русский язык врубай. Всем привет. Всем привет, всем привет. Так, заберем этот сундук, ребята, посмотрим, что нам тут выпадает. Управление в воздухе, 52 тысячи монеты. Тут результат. О, мы выигрываем у Райт Патча. Опять же то же самое. Управление в воздухе, магнит, ароматизаторы. Ароматизаторы, ребят. От слова ароматизировать. Так, и что я хотел? Подожди. Вот, бесплатный сундук, конечно же. Что я хотел? Спрашиваю сам себе, что я хотел? Я хотел открыть бесплатный сундук. И у нас, ребята, 336 тысяч. Это, по-моему, говорит о том, что как тебе, Игнат? Игнат, короче, здравствуй, Игнат. Что, у нас уже пятый, да, понятно. Я новый игрок клана, ну, я понял. Так, да, вот это откроем, друзья мои, посмотрим, что нам здесь может выпасть. Да ладно тебе, такой сундук хороший, такой фуфло нам выпало. Я уже на первом месте в КС. Командное состязание. Молодца. Что я могу сказать? Молодец. Так держать. Ну что, друзья мои, а у меня сегодня 16 тысяч кубков. По прогнозам должно быть. Кубок путешествий. Как думаешь, если я... подожди, стартану на баге. Погоди секунду. Ну иди сюда, маслкар. Ну вот, друзья мои, вот. Прокачали мы ее по полной программе. Что же нам теперь следующим-то прокачивать? Скажи-ка мне на милость. Эту не хочу чудовище прокачивать почему-то. Это по максималке, по максималке. Может быть, спорткар баги прокачан. Что если мы с тобой начнем спорткар вот этот прокачивать? Давай прокачаем, а чё? Все равно, ребята, нам прокачивать все машины надо. Рано или поздно. Так, ну а я хотел... Кстати, вот сейчас можно и проверить. Да я думаю, что не особо тут, конечно, мы... Открыли в данный момент мне как бы... Хотя... Да что ты делаешь? Ну, Рэй, ну, господи, ну... Ну, ты видел, да, что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой. Да ну! Из-за того, что я вот так вот в воздухе долго летал... Блин, мне надо посмотреть, что у меня вообще на маслкаре есть. Может быть, у меня что-то уже появилось, а я этого не видел. Я по старой, блин, традиции еду. Ну, гоняю на старой развалюхе, так скажем. А там, глядишь, у меня может быть нитро. Хотя я, честно говоря, не припоминаю, чтобы у меня... Нитро я бы сразу бы воткнул бы, если честно. Сразу бы. Ну что же, здесь отлично, ребята, проехал я первым. И даже маслкар второй, который там сзади ехал, он приехал вообще третьим. А первым приехал раллийное авто. Или хотя бы монетный ускоритель. Ну что-то такое надо, ребята, взять. Ну потому что все вроде бы хорошо и в то же время плохо. Это знаешь, как в фильме. Узко мне узко, да где же тебе узко, когда широко. Хоп, перщепки зацепил. А, цепил такой, широко. Так ты же только что говорил, что узко. Я говорил узко. Широко говорю. Так вы сами не знаете, что хотите. Вот у меня такая же фигня. Я сам не знаю, что хочу. А, так, пустынный пещер. Давай просто вот сейчас с тобой посмотрим. Я хотел посмотреть, блин, они... Твою налево, ребят. Ну все, это крах. Я хотел посмотреть, какие у меня детали есть. Сразу мажется, да?
Там сзади кто-то наяривает прямо. Кто-то прям желает, жаждет меня обогнать. Но Джеки это был. Это был, друзья мои, наш старый незнакомый друг Джеки. Фига, ты видел, какие у меня? У меня же колеса, ребята, загорелись. На машине. Кто-то я драйванул. Смотри, 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 ККМ лезет. Есть. Друзья мои, два первых места. Два первых места гарантированно дает вам на выбор двух шкатулок. Ай, Ри, вот это тебя накрывает. Бывает. Бывает, ребят, главное, чтобы прошло это все. Не закрепилось. Так, тихо, тихо, я знаю, что здесь. Кто там? Ай. Давай, 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 давай. Есть. Это что там за тачка была, не помню. Спорткар, что ли там. Блин, мы с тобой мало того, что это. Мы не поменяли с тобой даже этого. Так, а когда новый выйдет по хилу. Здорово, ламба. Сегодня, наверное. Наверное, выйдет новое видео по ХКР. А вот про ламба это уважуха. Так, ладно, что я хотел? Я хотел, друзья, глянуть глубоководное подземелье, гонка. Я хотел, во-первых, мы не поменяли с собой гонщика. Как так? Где это видано? Давай вот этого возьмем, давно не было у нас этого чудика. С кепкой, деловой такой. И глубоководное погружение. И я хотел посмотреть детали. Но детали хотел глянуть вот здесь. Ты серьезно? У меня... А, тут я не то. Не, нет, не форсаж. Зачем форсаж-то? Форсаж, у меня понятно, что он был. Да я даже не знаю, что тут ставить. Это что ли ставить? Черт его знает, ребят, ну... На форсаже ехать, ну, сами знаете. И так. Ускоритель для мощности колес. Я нитро хотел. Я хотел нитро, друзья мои. А форсаж это форсаж. Ну, ядрен ты, матрен, ну что ты? Не размазался даже, говнюк ты еще, этакий. Ну, я про байкера, я думал, что он там размажется. Я даже хотел в глубине души, чтобы он размазался, ребята, я что-то как-то... И фига меня там перевернуло. Ой, дурдила, ребята, прикинь. Ну, второе место хотя бы. Второе место, потому что все остальные тоже отдуплились. Я засмотрелся, друзья мои, на этого дурачка, который там внизу. Ну, я думаю, что ты, наверное, тоже успел увидеть этот момент, что его там разорвало к чертовой бабушке. И я засмотрелся на этот момент. И вот так уже получилось. Вот, вот это вот мне нафиг не нужно было. Вот этот вот прыжок сейчас, который сделал. Зачем он мне здесь нужен был? Хотя за счет этого прыжка, ребята, мы выиграли. Бам, с крыши слетела к чертовой бабушке. На куличке. Вот здесь вот сам виноват. И я не хочу наверх. И я не хочу наверх. И я хочу по низику прокатить. Да куда ты? Что ты, Рэй? Ну... Это моя невнимательность. Я смотрю, как всегда,
Куда? Не попади. Только не на свою машину. А этот опять со своим форсажем. Тут древний дрищ, блин, этот. Чтоб тебя, блин, размазало, а? Ну он же, ребята, ну... Есть! Фью. Красава. Красавелла. Так, дай-ка я тут получу, что это... И все время мне на этот буран дают, ребят. Постоянно мне на буран на этот дают все. Выиграйте 6 гонок на мотокроссе. Пройти на раллийном авто застава «Небесная скала приключения». Слушай, давай попробуем вот именно эту гонку проехать. Загудел, затрещал по швам. Давай, едь, не выпендривайся. Хорош. Блин, только не пещеры, пожалуйста, только не пещеры. Так, тут у нас супер дизель. Есть, и супер дизель мы порвали. Че, две гонки всего? Так, отлично. Мы открываем свой сундучок, и здесь нам выпадает магнит, ускоритель фляг, два ускорителя фляга. Не хватает, чуть-чуть. А вот теперь шахты. Убираем, ребята, эту машину и берем. Слушай, мы в шахте с тобой, по-моему, на баге даже неплохо ехали, да? Давай еще разок попробуем. Я к чему, ребят, хочу прокачать как можно быстрее наши тачки. Потому что дальше мы с тобой сможем прокачивать уже непосредственно ускорители и усилители для машин. Секешь? Фишку, секешь фишку? Как говорит молодежь. Так, ну что, давай дальше. Слушай, я немножко даже удивлен, что здесь баги так четенько прокатило. Вообще замечательно едем. Все эти вот мелкие штуки просто перепрыгиваем или проезжаем их. То есть топчик. Или же опять же мне просто попались такие противники. Потому что я уже замечаю неоднократно, что если мы с тобой, например, одну, две, три гонки проезжаем, такой халявы уже нету. То есть уже приходится попыхтеть, чтобы кого-то там обогнать. Ну и тому подобное. А здесь? Ну ладно, хорошо. Мне-то главное что? Мне главное зарабатывать первые места. Так, Рэй, крутой скин у тебя. А какой у меня скин-то, я уже не помню. СПС. Ну, надеюсь, знаешь, что такое СПС. Это спасибо. Ладно. Че, опять мили шахтера? Опять шахты? Опа, не я тут один, ребят, на баге. Я бы даже сказал, что вообще тут не один. Да чё такая прыгучая там, блин, баги, хорош. Почему-то тут вражеская баги, она немножко, как тебе объяснить-то? Подинамичней, что ли, или как это назвать-то, даже не знаю. Пошустрее. Да я вниз, наверное, спущусь. Но, тем не менее, ребята, я обогнал всех, и тут, по-моему, у нас одна будет гонка, что очень даже радует меня. Радует, во-первых, тем, что я еду уже первым. А вторая, наверное, радость, то, что у нас, да, финиш уже рядом.
Ну, смотри, ждем, ребят, ждем. Ну, насколько я оторвался? Ну, очень, ребята, много. А вот, кстати, тоже... Я, угу, вижу зомбик. А какой мне скин-то? У меня скин почему-то не отображается здесь. Кстати, знаешь, что я хотел сделать в настройках? Я хотел... настройки аккаунта? Нет, не настройки аккаунта. Я хотел, чтобы когда мы ездили, чтобы не было никнеймов видно, вот этих вот гонщиков. Ну, как это сделать, я, честно говоря, не помню. Так, ну что, давай возьмем с тобой тогда маслкар. Это у нас село. Смотри, 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 супердизель, а? А как он так... И а как он там не разогнался-то, не пойму я. Друзья мои, как он там разогнался так сильно и быстро? Вот в чем вопрос. Хорош. Что-то я немножко не нагоняю. Как здесь супердизель умудрился там тогда так лихо прогазовать? И к тому же, насколько я помню, супер, не супер, да, супердизель, когда приземляется, ребята, он теряет офигенно в скорости. Есть. Всех сделал. Всех, ребятушки, порвал. Так, ну что, у нас грязное ралли. Грязное ралли, если я не ошибаюсь, попробуем с тобой проехать. Кто-то луноход там взял, серьезно? Постоянно приходится отжимать кнопку, ребят, чтобы не было тут дебильного перегрева. И к тому же тут 4 гонки. Да иди ты на своем луноходе к чертовой бабушке. Постоянно надо, ребята, скидывать давление, блин. Да. Так, ну что, вторая гонка тоже взята. Держись, парень, держись. Я не дам тебе в обиду. Перед финишем уже, ребята, я сделал один раз. Пух. Это ничего страшного. Это абсолютно ничего страшного. Вот здесь вот можно было бы, да, втюхаться, ребята, конкретно. Когда он уже перед ком вниз полетел. Но мы выкрутились из этой ситуевины. Ну что, 16 тысяч кубков уже, ребят, не за горами, а у нас с вами фабрика. И если бы я помнил... Слушай, фабрику, по-моему, мы в свое время как-то проходили неплохо на суперкаре. Я уже забыл, ребята, эти финты на самом деле, которые мы с собой обычно делали. За мной формула гонит, прикинь. А, формула, она еще и с форсажем. Или с нитро.
Так, стоп. Очень высоко ты что-то подлетел, браток. Очень высоко. Есть. Ну что, ребята, видите, 6 очков. У нас еще одна гонка, и даже если я проиграю, меня все равно никто здесь не обставит. А это уже законно первое место. Сам себе под руку ляпнул, а? Ну давай уж там кого-нибудь, я не знаю. Это издевательство, ребят. Но все равно я первым. Так, а теперь у нас кубок по скоростному спуску. Ну, здесь, друзья мои, сами понимаете. Здесь нам нужно... Слушай, а у меня точно нету нового ничего на машине? Нет, расцветок никаких новых нет. Растяжение. Фига. Злой. Круто выглядит на самом деле. Хотя здесь, наверное, надо было взять, ребята, нам этого. Что за фризы начались? А что за фризы там пошли? Я не понял. Чмошник, тебе надо было перевернуться, ублюдок ты несчастный. Но он этого не сделал. Он не захотел. Так, интересно, ему помогут его крылышки, блин, или нет? Как думаешь? По-моему, не помогли нифига. Две тачки, он приехал третьим вообще. Кальвадос этот несчастный. Да, он начинает старт только нормально, ребята, только за счет своих этих. За счет ракеты. А это что там за синяя параша ездит? Я не могу понять. Тоже с крыльями, кстати, ребят. Олухи. Просто олухи. Ай, не доросли еще до папы. Ну что, у нас кубок претендентов, ребят. Кубок, блин, претендентов. Ну что, на маслкаре поедем? Все такие подорвались. Так, ладно, вертушка у нас тут. Ну нет у меня, ребят, ускорения. Слушай, заметил, что его тачку не так подкидывает, как мою? Мою тачку вообще подкидывает на каждом этом. Как тебе объяснить-то? Почему он не теряет скорость при падении? А, друзья? Объясните-ка мне на милость. Почему у него скорость не теряется при падении, а у меня теряется, когда я падаю? Когда я приземляюсь, точнее. Но тут все равно, ребята, как-то не то уже. У него два первых места, он может еще и третье. Нет, не возьмет. 7-8, на 1 балл я его упустил из виду. Ну, это так. Папа просто решил немножечко расслабиться. Зачем это надо было делать, Рэй? Все, пролетаем, надеюсь. Встань на колеса! Ты видел? Ты видел? Вот так вот надо, ребят. Ну, и на самом деле это чисто
Случайно все получилось. Тьфу, блин. Ну все. Дебилизм вот этот вот меня бесит. Да понятно, что пим-пим-пим. Я вообще здесь, по-моему. Ой, друзья, да. Я еще и первое место занял, ты представляешь? Ты представляешь? Да, для меня самого это неожиданность была. Вот так вот. Крут. Просто, ребята, крут. Так, первый снег. Первый снег. Ну давай, раллийное авто. Ну, сами понимаете, ребят, первый снег. Ну что ты? А как он так интересно? Специально гаденыш еще и на нитро присел. Ну, гаденыш, блин. Жалко, здесь не было вот этих вот крыш каких-нибудь. Я бы посмотрел на него бы. Блин, я не забрал это горючее. Чё ж ты не перевернулся-то, а? Хмырь. Дятел Вуди. По-другому не назвать. Да чё он там стартует-то, блин? Говна, кусок вляпался там, так тебе и надо. Щенок. Но я все равно, ребят, конечно, второе место. Ну да ничего. Бывает. Бывает всякое. Ну что, друзья, давайте. Что тут у нас? Возьмем так. Давай переворачивайся обратно. Замечательно. Так, здесь на чем проехать лучше? Давай вот на этой. Попробуем. Ой, взял тоже я. Я просто... Ой! Твою, нифига себе! Да вы издеваетесь? Посмотри, что они тут напридумывали. Тихо, 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 тихо. Тут вообще надо ехать еле-еле, друзья мои, тут. Голову оставить на плахе можно. Так, и здесь. Подожди-ка, тут что у нас? На земле. На земле нельзя стоять. Так, сделаем тогда немножко по-другому. Эту гонку мы проедем. На мотобайке. Тихо-тихо-тихо, не дуркуй.
пока едем, ребята. Приехали. Так, эту гонку я поеду, наверное, вот на этом. Вообще на изи прокатился. Так, эту гонку. Так, тут заужение, по-моему, да? Чё-то я не помню, ребята. Я на ней не проеду. ЛТ. Потихонечку, потихонечку едем. Чтобы не было тут этих прыжков там подобные. Вот и все, друзья мои. Так, и последняя гонка. Как можно меньше находиться в воздухе. Ой, на земле. Но, тем не менее, дальше проехал. Но очков-то все равно почему-то мало. Непонятно. Забавно. Нет, это я не поеду, не хочу. Ну что, друзья мои, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!